Всем привет! Я хочу показать вам, как... Сначала мы сейчас находимся на парковке молла, по-русски торгового центра, в котором можно купить много различных вещей. Там вот еду там нельзя купить, да? Можно. Даже можно купить еду, электронику, гаджеты и все что угодно. Вот. Но я думаю, что там видео можно будет снять? Вот, там можно будет снять видео. Сейчас я просто покажу парковку. Ну, сейчас воскресенье, 4 часа вечера. Но парковку мы нашли достаточно быстро, но с другой стороны, вот, как бы, очень сильно все забито машинами. То есть они везде. И как бы надо сразу же смотреть, когда освобождается одно место, и быстренько туда приезжать. Вот сейчас мы идем ко входу, да? Сейчас мы идем ко входу и будет... Посмотрим, как все выглядит изнутри. Но опять же, я думаю, мы находимся не в Бостоне, а в более маленьком городе, в пригороде Бостона. То есть, если бы мы в Бостоне пошли в молл, то он был бы больше, да? О, да. То есть, сейчас тут, ну, с другой стороны, такое очень-очень большое здание. Куда нам? А, туда? Там вход? Угу. Сейчас я покажу побольше. Тут, а сколько тут этажей? 2, 3, 4. 2, 3, 4 этажа. Ну так, сейчас я сам первый раз в жизни туда попаду, и очень будет интересно посмотреть вообще, как это все происходит. Угу. Apple Store сейчас стоит. Ага, да, там есть Apple Store. Сейчас посмотрим, а там разрешена видеосъемка? Apple Store. Ну вообще в молле разрешена видеосъемка? Так, ну... Машин очень много, но людей что-то тут вообще нет. Мы зашли. ДГ, это уже какая-то кафешка. Нет, это маникюрный салон. А. Понятно, значит, маникюрный салон. Ну, такой вход. Просто у нас бы уже тут стояли вот по всем стенам. В России стояли бы лотки с чем-то, с кем-нибудь, ну, что-нибудь по-быстрому купить. И так далее. Вот Данкин. Так, а вот тут что-то начинается. Вот какая-то одежда. Но я думаю, что вы на видео все видите сами. Тут особо комментировать что-то не надо. Да и я пока не знаю, что прокомментировать. Ну, одежда, одежда, одежда. Это первый этаж, да? А, ну вот, а нет, это... То есть тут нет такого разделения, то что на первом этаже чисто одежда, а на втором этаже чисто. Вот бейсболочки. Спортивная одежда. Твой знакомый? Кстати, в Америке очень интересно, что все друг с другом здороваются. Для меня, на самом деле, третий день для меня это шок. Все, hello, how are you? Hello, how are you? Fine. Вот это, мне это, честно говоря, очень сильно выносит мозг, пока все такие очень приветливые, непонятно почему, но вот так это происходит, короче говоря. Сейчас покажу, здесь в середине молла какой-то аквабассейн. Фонтан, да. А вот там наверху такая кафешка прямо под... Как под открытым мне... А, да, васаби. Смотри, ты сидишь, кушаешь. И японской кухни, да. По кругу едет еда, и ты можешь брать любую еду. А, да, я видел кого-то на видео на YouTube вот как раз. То, что ты сидишь, прям ты можешь брать, и тебе все включают в счет. Ага. Какой-то здесь запах такой, этот от столовой, что ли? Нет. Или от каких-то магазинов. Такой очень специфический, да, то есть мы шли, запаха не было, а сейчас какой-то такой приятный. А вон Apple Store, вон там находится, да? Сейчас мы зайдем в Apple Store. Берем Гоша компьютер. Да, Гоше нужен с ручником компьютер новый. Потом. Да, посмотрим.
Так, мы заходим в Apple Store, и тут как бы все вот так происходит. Люди смотрят компьютер, можно смотреть, можно все тыкать, что он не включается. Что, такой-то он глючный, да? Это специальный эффект, да, это на фоне. Не знаю, как будет на видео это видно. Так, сейчас что-то еще есть. Ну, это MacBook Air там были. Сейчас мы пойдем дальше, стенд. Это MacBook Pro. Это iMac стоят. Ну и тут как бы тоже различные ништяки россыпью. Ну тут даже с колонками. Везде рекламируются различные гаджеты. Вот там на стене, на стенах вы можете видеть 4S, iPad'ы и так далее. Очень много людей. Вот люди в синих майках, это консультанты, которые помогают что-то выбрать, постоянно спрашивают, чем мы можем вам помочь и так далее. Вот, а здесь находится отдел. Ну, здесь уже какие-то жесткие диски выносные, коверы. Ну, короче говоря, тут жизнь кипит. Сейчас я думаю, что я сейчас похожу, посмотрю просто уже без видео, что тут происходит, потыкаю различные девайсы. И так далее, и так далее. И дальше мы что-нибудь еще снимем. Ну все, с вами был Игорь. Кстати, теперь уже это видео специально для блога lookatusa.com. Всем пока!